всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу легенды 3х4 под стекло на бетонном основании. Будет две двери, вон они стоят у нас. Будет один форчный блок и система подвески. Пока приехали, выгрузились и приступаем к монтажу. Продолжается строительство теплицы легенды стеклянной 3х4. Установили каркас, повесили стеновые стекла. Сейчас будем готовить крышу к покрытию. После этого перейдем к торцам. Закончился у нас монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня легенду 3х4 под стекло. Стекло 4 мм, держится с помощью системы база-крышка, профиль. Дверь алюминиевая, тоже со стеклом. Одна правая, одна левая, с двух торцов. Так, заходим. Сегодня ветер, дверь держите. Держать надо. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40x40, покрашенный все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплен с помощью анкеров, снизу сделан отлив. Имеется у нас форточный блок на термоприводах, имеется у нас система подвязки, 4 нитки и диагональный усилитель. Теплица отлично вписалась. О, закрыто на ключ. Местный ландшафт, так скажем. Цвет забора и домов, оттенок, все совпадает. Вот такая отличная стеклянная легенда у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока. Доводчики. Раз, два. Что, попробуем? Ага, открываем на одинаково. И поехали. И слышим шум. О, практически синхронно. Доля секунды разницы. Все. Сделай еще раз, покажем, как она закрывается. Ага. Да, закрывай. На примере. То есть медленно-медленно настроили и в конце раз и захлопнулась. Все, отлично. Крепление системы подвязки. Именно крепление. Фиксация зажима. Зажим он для тросика. То есть раньше мы как делали? Просто раз, да? Зажим одевали, натягивали. Так. Трос натягиваем, заводим раз, зажим. И фиксировали, да? Сейчас вот хвостик чуть длиннее и пробуем. И что получается, Миш? Угу. Получается. Ну, тяжеловато, да, но идет. В принципе, можно. Можно. Это получается туда, обратно и еще раз обратно. То есть зажим фиксирует двойной перехлест получается. Вот так вот. Вот такой бант. Так, переход. Стена, крыша. Стена, крыша. Значит, ставим сначала стекло в базу. Защелкиваем крышкой. Это у нас стеновое стекло. Дальше кладется перелив. Перелив вот так вот вырезается. Вырезается под базу, чтобы не мешаться потом захлапыванию крышки. Сверху база чуть-чуть заходит на этот перелив. Потом ложится стекло, соответственно, тут уплотнитель резиновый, сверху резиновый уплотнитель. Все, легло стекло, защелкнулось крышкой до конца. Эта крышка не до конца, потому что мы ее вот так вот подрежем красиво. Подрежем красиво и сюда защелкнем уже после того, как поставим здесь декоративный уголок. То есть смысл такой. База, стекло, перелив с вырезом. Дальше. Крышка, затем база. Для крыши, стекло для крыши и крышка. Здесь по облицовке выглядит все так. Облицовка заходит на вот этот, а декоративный уголок будет сюда вставляться. Промеж этих уголков закрываю вот эту щель. Затем база для крыши, стекло для крыши и крышка. Здесь
по облицовке выглядит все так. Облицовка заходит на вот этот, а декоративный уголок будет сюда вставляться. Промеж этих уголков закрываю вот эту щель.